Три огурца. Выходите. Мы никогда не писали, что виновны. Ну все, заканчиваем. Закончили, Юрий, давай. Заканчиваем. На мой дело Александр Эв в СИЗО и сказал о том, что, к сожалению, если мы не признаем себя виновными, то мы можем получить 3 или 4 года реального срока. Но и поскольку мы играем в рулетку, как сказал же нам Контр Эв, ну что делать, мы не можем поступиться с нашей честью, совестью. Да, именно. Уважаемые граждане, победителя фазы, покинул проезжую часть. Уважаемые граждане, победителя фазы, покинул проезжую часть. И мешайте движению транспорта. Находит подлежащим Украине ходатайство следует продление полковника и срок членов посредников. Бога не боится и людей не стыдится. Но если с вами феминистская сила и политическая страсть, то все не пойдет. Это очевидно. Вот, пусть и район, Ксения Собчак, Борис Березовский, это звенья одной цепи. Это разжигание межрелигиозной вражды. Понимаете, 282-я статья. Кто ее сковал? Что? Кто сковал эту цепочку? Враги России. Смотрите, пожалуйста. Руками не надо смотреть. Обычный плакат. Это из активистов, что ли? Да, да, да. Ну, я так и понял, по хватке, да. По крепкой хватке. Так что аккуратно. Так, стоять! Стоять, сказал! Угрова-то! Угрова-то быстро! Убрать, я сказал! Я буду духом, блядь! Все, ухожу. Все, пойдем. Ее адвокат возражает против продления заключения по страже, полагая ходатайство следования обоснованной выслушки, продания участников процесса, проверив представленные стороны материалы, суд находит подлежащим удовлетворению ходатайство следования, продания самоцелищного члена по страже. Что ты думаешь? У вас очень хочется, что люди сидели, не могли участвовать в никаких публичных протестах. Катя, что вы думаете про Путина? Я уже просто не успею Пойдем, я партнер! Пойдем!